Здравствуйте, уважаемые пользователи интернета, студенты. В этом видеовыпуске ознакомимся, как сделать таблицу в программе Microsoft Word. Значит, здесь есть раздел «Вставка», вкладка «Вставка». Выбираем таблицу. И здесь, значит, выделяем, сколько нам нужно столбцов и строк. Вот, то есть получается, если нам надо 6 строк, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 6 столбцов. Вот, нажимаем вставить. Так, тут мы можем, получается, номер пункта по порядку. Тут какое-то наименование. Тут наименование. Наименование. Вот. 4, 5. То есть через вставку таблица вставляется, таблица. Выделяем. Допустим, нам нужно сделать пошире. Здесь вид. Макет. Макет по центру. Здесь нажимается макет, по центру выставляется, ну, то есть делается нормальный вид таблицы. Допустим, нам нужно пятую строчку удалить. Вот мы ее выделяем. Правая кнопка удалить ячейки. Удалить всю строку. Допустим, еще раз повторяю, вот. Выделяем. Удалить ячейки. Удалить всю строку. Вот таким вот образом создается таблица. Спасибо за просмотр.